единственный в своем роде встречать Валерий Леонтьев, суперстар! Здравствуйте! Прошу вас! Прошу вас, Валерий! Слушаем звоночки, пожалуйста. Алло. Алло. Да. Это у вас Леонтьев, да? А у вас? Леонтьев. Кто? Да и у нас тоже. Знаете, Валерий. Не-а. Конечно, надо вам еще много и много работать. Чтобы стать таким великим, как Влад Сташевский. У вас есть такая цель? Есть. Я к ней стремлюсь. Да. Валерий Яковлевич, да. Вот насчет вашего нового шоу. У меня теща жуткая ваша фанатка. Вот можно взять ее в ваше шоу. Можно Я номер придумал с ней. Ее можно сбросить с крыши на пол. Смешно будет. С крыши на пол куда-нибудь. На пол, с крыши. Она не разобьется, ничего. Ну, это уж я не знаю. Про тещу анекдот мне напомнил. Давайте расскажем. Это теща, тесть и зять. Сидят ужинают, и вдруг теща подавилась. Тесть кричит зятю: поклопай же ее, поклопай. Вот это. Хороший. Слушаем звоночки. Алло. Намеки. Да. Алло. Волею судеб я не могу выходить из квартиры. И пристально слежу за вашим творчеством. Вот по дороге в Голливуд было, а чё обратно? Как вы обратно добрались? Обратно все то же самое, только... Тихим, спокойным, да. Спокойным ходом. Ну а как в Голливуде вообще рассказывать? Как хорошо, такой поселок такой. Городского типа. Ну, понятно, да. Газ есть, электричество, есть, да. Отопление. А Шварценеггера видели? Видел картонного. Вот так. А ты не знал, что там? Картонный, да? Все в порядке? Да. А жилплощадь не очень дорогая там? Жилплощадь дороговата, но не дороже, чем в Москве. Да? Нет, конечно. То есть можешь поселиться там, в принципе? Да. Что надо для этого? Для этого надо прописку. Московскую? Нет, голливудскую. Все так просто. Прописка Голливуд. Спасибо, спасибо, что рассказали нам о Голливуде. Вот. Да. Молодцы телезрителя сегодня. Просто через экран. Чувствуешь энергию? Прет. Сейчас просто лопнет экран у нас. И все забрызгает. Спокойно, не надо. Давайте теперь познакомимся с новостями, которые нам любезно предоставило информационное агентство ТАСС. Учитель школьный просто. Срочное сообщение поступило от нашего корреспондента из Сыктывкара. Корреспондент в своей телеграмме просит выслать ему 300 рублей и сообщить ему, какое сегодня число, день недели и год, как называется город, в котором он находится и как его зовут. Прекрасно! Прекрасно! С удовлетворением отмечает, что в этот Новый год в целом по стране водки было выпито на 21% меньше, чем в прошлом году, шампанского на 3% меньше, коньяка на 14%. С другой стороны, на 12% выросло потребление одеколона, на 11% тормозной жидкости и на 8% антифриза. И уж совсем испортили статистику пятеро приезжих из Молдавии, которые выпили 3 огнетушителя. Хорошая постновогодняя новость. Ученые Новосибирского академгородка подсчитали, что если тот салат оливье, который российские граждане не доели размазать по земле, то он покроет всю планету слоем 15 сантиметров. Посмотрите, какой, смотри, у нас талантливый русский народ. Я только не понимаю, зачем они. Пожалуйста, давай. Звоночки слышим, слушаем нашему гостю. Наверное, не слабо Новый год отметили, когда размазывали.
Алло, пожалуйста. Алло. Да. Валерий Яковлевич, вот лет через 50, когда вы будете завершать эстрадную карьеру, вы как это будете делать? Как Кобзон или как Пугачев? Это как? Во-первых, через 50, я думаю, что я, так сказать, буду находиться в начале своей карьеры, все еще. Поэтому я затрудняюсь просто вам сейчас, кстати, программу заключительного концерта рассказать. Если он еще только в начале. Рановато. Я в начале карьеры. Я юное, молодое дарование. Слушаем звоночек. Валерий Яковлевич, алло. Да. Я вам так предлагаю закончить, значит. А. Едем мы с вами на белом коне. И кричим, да пошли вы все! Хороший. А мы тут при чем? Да. Это у вас Леонтьев? Вы же звонили уже. Я не звонил. Знаете, до вас не дозвонись. Леонтьев. Я с Луганска. Так. О. Валерий Яковлевич. Галя ждет. Гасю, молоденько, я вспомнил анекдот из луганских времен, как... Да не анекдот, это такая песенка есть. Купила... Наконец-то случилось то, чего я ждал довольно долго. На горло песни наступает. Ты мечтал спеть с Валерием Леонтьевым? Я мечтал. Ты на чем? Я на рожке. А я на ложках, что ли? Ты на ложках. Ну давай я на ложках. Купила мати коника, а коник без ноги. Яка чудова іграчка. Спасибо. Спасибо, Валерия. Все, мне уходить, да? Ну, в общем, наверное, да. Да нет, да. Ну, посиди, я уже тут все ложки отбила. Отбила свои. Ну что ж, и напоследок лучшая новость недели в исполнении Танюськи. Красотуськи, симпампуськи, дримпампуськи. И с Валерием Яковлевичем Леонтьевым пивуськи. Игруськи. Давай. А лучшая новость сегодня такова. Вслед за Аллой Пугачевой на сцену решил вернуться Иосиф Кобзон. С новым хитом «Я тоже в воду войду». Вода, видимо, после этого выйдет из берегов практически. Спасибо. Спасибо Алле Борисовне Пугачевой, спасибо Осипу Кобзону. Но особое спасибо звезде эстрады России Валерию Леонтьеву. Давайте ступаем в Аласию. Спасибо вам, спасибо Валерию. Одно из лучших.